Привет, друзья! Решил вам сегодня показать Сулецкий рынок, что почем. А довезем, если мы ведь... А почем вот такой солероз? 50 рублей. А для чего он? Для лечения суставов. На водке настаивается 3 недельки и натирание. А сколько настаивать его? 3 недельки надо настаивать. Чисто на водке, да? И потом в больные суставы? Больные потом суставы отпирают? Либо натирание, либо комплексики делаем. А вот это что такое? А это готовая. Она почем? 150. Угу. Это уже настой готовый, она уже настояла. Бессменник, перчат для лечения. Печек тоже, да, на водке настаивать? Нет, на кипятке. На кипятке? Угу. Это для печени, поджелудочной и желудочной лечения. Спасибо. Будьте здоровы. Началочки здесь все. А лепешки почем у вас? 25. Ага. Орешки 250. Сувениры всякие. Спички 60. 50. 250 такая сумочка. Много мочалок, всяких сувениров продается. Так, чистить сковородки даже. Чистим, обе стороны одинаково работают. Нет, ну вы это вот такое место. Какая разница? Нет, вы стерли мне слой меньше, мне вот такой вот это продается. Все, труд, что-то все продают. Так, сейчас пойдем посмотрим, сколько здесь стоит овощи. Вот. В основном тут все овощи с левой стороны. Там со своих участков продают. Мы уже вчера здесь были. Вот. Бабушке все в стаканчиках. Картошечку молодую продает. Специи, травы. Почем малина с крыжовником? А? 50, да? А редиска почем? 40. А смородина это? Да, 50. Мне все по 50. Угу. О, какие красивые. Огурцы почем с помидорами? 50 рублей, 100 рублей. Помидоры 100, да? Огурцы 100. 70, 100. А картошка почем? 35 рублей. Это молодая, да, уже? Молодая, угу. Картошка. А вишни почем? По 50. Стаканчик. 50, да? Картошки, да? Почем картошечка? 50, 40, по 30, по 20. Угу. А смородина? Смородина почем? 50 рублей стаканчик. 50, да? 50. Почем перчик, чеснок? 5 рублей. Перец 7 рублей 1. Он острый, да? Пикантный. Мир. Острый, острый. Он почем? 3 штуки на 10 рублей. Это 90 яблоки, 30 огурцы, 60. А черешня почем? 230. Девушка, а черешня почем? 230. Ух ты, ничего себе. А клубника почем? По 100. О, цветочный даже базар здесь есть. Вот картошка по 45 крупная. Вот здесь. Почем у вас такой солероз для настоек? 50, да? А где он растет вообще? Растет.
это так же, как где рыбалка. Вот где рыба клюет лучше. На глине, да, с соляном, да, вот это все? Я не знаю, это дети. Да. Я вам честно скажу. Красивые какие избушечки. Как в сказке, почем они? 700. Это ручная работа. Помидорики 110. В общем, вот такой вот здесь рынок. Ну, туда, конечно, не пойдем. Там куча сувенирок продают. Там носки, трусы, все такое. Вот тоже вон масла продают. И хлопковые, подсолнечные, рафинированные, дезодорированные. Ну все, в общем, ладненько, друзья, пока. Такой был сегодня рынок.